Добро пожаловать на Олимп, Ясон. Наконец-то, Ясона заждались на Олимпе. Люди взывают к богам только когда им что-нибудь нужно. Пришлось просить Гермеса доставить тебя к нам. Я не верил, что смертные достойны помощи богов. И не мог представить, что окажусь на Олимпе. Ты хотя бы честен. О большинстве смертных этого не скажешь. Чего ты хочешь? Корабль? Команду? Нет. С этим я справлюсь сам. Как? У тебя ведь нет денег. Я верю в бескорыстность. Я Гера, царица богов. Я буду покровительствовать тебе в этом путешествии. Я смогу помочь только 5 раз, так повелел Зевс. Так что молчи. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Правда ли про золотое руно, и если да, то где оно? Это 2 вопроса. Я дам на них всего 1 ответ. Ищи в земле Колхиды. Значит, оно существует. Но Колхида — это же на краю света. Ни один грек туда не доплывал. Теперь ты знаешь, где это. Ты уверен, что обойдешься без моей помощи? Подумай хорошенько. Я предлагал ему корабль. Корабль и команду. Он отказался. Отказался от помощи богов? Где ты найдешь корабль, чтобы добраться на край света? Где ты найдешь людей, чтобы на такое решились? Я закажу корабль на верфи. Я скажу владельцу, что в Колхиде нас ждет самый дорогой груз в мире. Золотое руно стоит целого царства. Я скажу, что только самый крепкий и прочный доберется до цели. Греция славится своими атлетами. Я скажу им, что только лучшие смогут занять место в команде, которая прославится в веках. Я объявлю соревнования, я отберу самых сильных и смелых. Такой команды еще не знал белый свет. Надеюсь, боги нам помогут. Я правильно поступил, когда выбрал тебя, Иисус. Боги добры к тем, кто ценит их помощь. Добро пожаловать, Полидевк. Кастор и Спарта. Акаста с Тесалии. Молодец, Акаст. Валер из Афин, чемпион по стрельбе из лука. Чемпион Греции Эвфем Спирос из Сиракуз. Геракл! Я здесь! Я хочу поплыть с тобой, Ясон. Скажи, какого чемпиона надо победить? Никакого. Я знал, что ты придешь, и оставил для тебя место. Геракл. Да. Геракл? Да. Меня зовут Гелос. Как и ты, я пришел сюда, чтобы победить. Я подумал, если я сумею одолеть тебя, Ясон точно не откажет, и для меня найдется место на корабле. В конце концов, мозги ему тоже пригодятся. Что скажешь? В чем сразимся? Метание дисков? Идем. Видишь ту скалу? Да. Туда еще никто не докинул. В чем суть? Попасть или перебросить? Тебе повезет, если диск пролетит хоть половину. После тебя, Геракл. Я никогда не бросал диски. Хочу посмотреть, как это делается. Yes.
Пусть Гиллес насладится славой, и он заслужил. Ты принят, Гиллес. Молодец, Гиллес! Я собрал лучшую команду во всей Греции. Дело за кораблем, чтобы был их достоин.